и лезла всякая пафосная муть у головы. Дороги, люди, жак, кошмар, ужас. Стыдно вспоминать. Поколь Дубовец редактор не сказал, господи, что ты так мучаешься, она у тебя есть тут уже, это я назвал. Был у пана Веробейка Гаваруш. В этой истории звездки Дзяміда вся соль этой книги. Там в чем прикол? Рассказала мне тетка у этом Дзямідаве, сказала такую историю, что был у их пан Горват, паны Горват. И у того пана Горвата был Веробейка говоривший, они не ведали слова попугай. И коли пан куда-нибудь поедет, так, то дворовые могут же там что-нибудь скрасть, идти там посваволить. Там. И коли пан приезжает, то этот гадкий Веробейка ему все докладает. И они задумали, как же звести со свету этого гадкого Веробейку. Башку ему отрубить, так пан же заругается. И они решили зашить ему жопу. Это я докладно цитую историю. Зашили, значит, ему жопу. И тут у нее идет такой сбой у оповеданий, потому что коли догэтуль Веробейка все гладко рассказывал, то после этой операции он только казал шила, шила, да и зашила. И это повторял, шила, шила, да и зашила. Короче, пан Горват не зразумел, в чем справа, Веробейка счастливо сдох. После у нее блытались все персонажи этой истории, и она скончала свой оповед так. Так, шкада. Да, шкода, зашили ему жопу, а так вельми добрый был пан. А саправды, прийде 17-й год после этого, и не будет того Горвата, после прийде 29-й год с коллективизацией, и позашивают этих зашивальщиков, а после прийде 33-й и 37-й, а после что не год будет, то все страшнейше и страшнейше. И сапраўды лепш гэтай назве и придумать тяжко. Так что и читать. Вот я рассказал про назву этой книги. Где это было у Горвата уже на ровле майонток? А? У Горвата уже на ровле майонток. Где это было? И у на ровле. И у меня вылетела назва. Каля Демидова, и вот так само. У местечку палац, у меня были дела зараз. Радзівіла уже по всей Беларуси были, так чему не могли. У Горвата. Горват это был такий мазырский, можно сказать, по тих масштабах, так, по мазырских масштабах магнат. У него несколько было, несколько палаців. И Андрюс Горват, он уже имеет дочинение, по-моему, так? Ну, наш чадок.